Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители канала «Александр Все о хобби». Сегодня хочу с вами поделиться одним своим любимым и очень вкусным рецептом куриных бедрышек с картошкой. Готовить буду в казане, отчего блюдо будет еще вкусней и привлекательней. Можно, конечно же, его готовить в простой гусятнице или приготовить в большой кастрюле, но мне больше всего, друзья, нравится готовить именно в казане. Для приготовления блюда нам понадобится 2 килограмма куриных бедрышек, килограмм картофеля, 2 морковки, 2 средних луковицы, приправа по вкусу, горчица и соевый соус. Морковь буду нарезать полукольцами, но не толсто. Толщина примерно 3 мм. А вот лук буду нарезать не крупно, примерно 100 кусочки. Ну а теперь будем готовить маринад. Добавляю где-то 1,5 чайных ложки соли, четыре чайных ложки горчицы, немного семян тмина, так, по вкусу, черный перец, потом добавлю еще смесь перцев, попробую. И что надо, добавлю по вкусу. Где-то 100 миллилитров соевого соуса. Лук и морковь. И все хорошенько перемешаем. В моем случае нужно было взять тару немножко побольше. Но руками аккуратно перемешаем. И примерно на полчаса оставим промариноваться. Картофель также нарезаем крупновато. Я примерно нарезаю вот такие вот дольки. Крупную картошку делю надвое. И потом на 4. Если картошка небольшая, то делю на 6 частей. Прошло чуть более чем полчаса, и теперь наши бедрышки аккуратненько выкладываем в хорошо разогретое масло в казане. Рассол пока не выливаем. Выложили все наши бедрышки. И теперь хорошенько их обжарим. Уже приобретают такой вот аппетитный, красивый цвет. Обжарили немного наши бедрышки, и теперь наш вот этот вот маринад, морковь, лук, все возвращаем, точнее выливаем в казан, возвращаем бедрышкам и хорошенько перемешиваем,
Итак, вот немного протушим в нашем маринаде. И получаются у нас бедрышки в горчичном соусе с картошкой. Около 20 минут протушили наши бедра с морковкой и с луком. Все отлично протушилось. Можно было бы еще минут 10-15 потушить и просто кушать данные бедрышки как отдельное блюдо. Но мы готовим с картошечкой, поэтому засыпаю картофель, наливаю примерно чашку горячей кипяченой воды, закрываю крышкой и тушу минут 20. Хорошенько сейчас все перемешаю и будем тушить. Прошло 25 минут, картофель полностью готов. Сейчас я его попробую на соль, на приправы, на вкус и добавлю шафрана. Ну, на соль все отлично, приправ тоже достаточно. Я сильно острый не хочу делать, приправки чувствуются. Ну, сейчас хорошенько перемешаем шафран и будем пробовать наше блюдо. Такое замечательное блюдо у нас получилось. Картошечка, курочка, такой ароматный запах. Сейчас попробую и попытаюсь передать вам на словах вкус. Запах горчички пахнет очень-очень вкусно. Бедрышки мягенькие, протушенные. Если есть возможность, то лучше в этом маринаде оставить на час, а то и на два. Тогда будет вообще огонь. Картошечка тоже получилась очень-очень вкусной. Все отлично протушилось. Очень приятный вкус, аромат. Всего в меру. Рекомендую, друзья, приготовить по моему рецепту. Вы не пожалеете. Даю 99%, что вам понравится. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале.